Вот я и улетаю. Пройдя таможню, пойдя пограничников, заходишь в вот такой зал, который ведет терминал номер 3. По одной дорожке можно идти по движущейся эскалатору. Такая вот дорожка. Можно идти пешком. Я предпочитаю идти ногами. Перед полетом надо размяться. Все долго сидеть. Вот. Там еще строится аэропорт. Очень большой. Красиво сделанный, выполненный. Ну и а здесь красота. Опять же, картинная галерея. Мы видели с вами в медицинском центре имени Рабина. Вот. И здесь та же картина, та же уровень имеется. Описание. Вот. И каждая картина представляет художественную ценность. Произведение, труд, красота. Снимает. Вот такая. Здесь движется мотоблок. Вот. Картинная галерея. Это уже картинная галерея в аэропорту. Я еще раз напоминаю, мы смотрели это в медицинском центре имени Рабина. А здесь в аэропорту мы видим та же картина. И один из моих друзей писал на видео в YouTube, что это терапия такая. Я думаю, да. Вот человек идет, и глазу бросается красота. Естественно, он немножко отвлекается. А так как я здесь был по обследованию именно головы, поэтому здесь сам чувствую, как это отвлекает сразу, буквально, на подсознательном уровне. Ты уходишь от своих тяжелых мыслей, а что же будет дальше? Это уже, как говорится, статистика. Если еще побольше я побывал, может быть, и в других местах увидел картины галереи, тогда я бы утверждал, что здесь система такая, пока только в двух местах. Я тоже снял это для вас, мои друзья. Это не посчитайте за то, что я злоупотребляю, снимаю все подряд. Я просто хочу поделиться, ведь не каждому будет возможность съездить в Израиль.